совсем. Получила я посылку огромную, вот котяра и посылка. И сейчас мы ее вместе с вами распакуем. Здесь, по всей видимости, платится. Это же это в подарок. Это, наверное, как будто новое сшито со старенького ткани. Так, ну, думаю, вы догадываетесь, что здесь. Фига себе. Расчлененка! Да, что-то в мочку. Мосечка какая. Привет. Вот красотка. Так, это у нас части ноги. Здесь еще одна. А где ее глаза? Я надеюсь, они на месте. У нее даже не снимается. Ну и раз, два на месте. Здрасте! А как мне вам вас собрать? В общем, сейчас будем собирать угли. Мне кажется, вот это даже побольше будет. Так, ну. Зацепить надо. Так, я пока вот так просто поставлю ее. Стой. Стой. Хочу сравнить. Ну, вроде как одинаковые, да? Красавица какая, елки-палки. С бантиками больше. Да, прикольно. Сейчас мы их приведем в порядок. Девчонок, глаза ее внутри. Да, сложновато будет достать. У нее не снимается. Если у этой снимается паричок, а у этой. А нет, во, есть. Есть. Все, значит, мы сейчас соберем ее. Девчонки накупались. Губы у этой я стерла. Там было, ну, видимо, что-то такое резиновое. Бровки подкрасим, губки подкрасим. Здесь бровки мы сотрем. Это тут маркером нарисовано. Губенки у нее должны быть красненькие. Мы это берем. Такую красоту. Чистенькие. Красивые. Тоже намочилась от волос. Такие вот мордашечки у них. Разненькие. Снежка, кто там? Кто там? Девчонки. Да, девчонки какие. Симпатичные получились. Пишите в комментариях, у кого была какая кукла. У кого-то было с темным, у кого-то с рыжим. А у меня есть и рыжие, и коричневые волосы. Шоколадка.